Сегодня у нас небольшой поход. Пикничок. Пикничок, да, в январе решили выйти опять. И решили запекти маринованную в майонезе со специями. В тот раз была курица, а этот раз дикая утка. Не именно селезень, а утка. Дичь. Да, дичь. Вот мы попробуем. Никогда этого не делали. Вот это попробуем первый раз. Так как мясо дикое, жесткое, в майонезе, в общем. Замариновали. Замариновали. Попробуем это сделать на углях. Ты что, температура, конечно, сумасшедшая. Наша утка, надеюсь, приготовилась. Уже прошло достаточно времени. Горячеватая. Фольга, она быстрее остывает и быстрее нагревается. Ближе показать. А ну пропеклась, посмотри, пропеклась нормально. Да, да. Жестковато. Я думаю, что это что-то дичь. Не, немного жестковато, естественно. Ну понятно. Потому что это дичь. Нормально. Нормально, да? Да. Кружка же белоснежная. Нет, 2 ложки сахара чайной, естественно. Oh.